Всем привет, ребята! Сегодня у нас выходит видео с такой интересной штукой из Лего. Наверняка не все такую знают, и наверняка не у всех есть такие вот детальки. Но я про нее сниму видео, потому что я про нее совсем недавно только узнал. И сегодня я буду о ней рассказывать и скажу, как ее собрать. А если у вас есть такие детальки, то у вас обязательно получится. Давайте я вам покажу. Сначала я расскажу, как, что с этой штукой нужно делать. Ее нужно вот так вот, указательным пальцем, вот так вот давить на нее, чтобы остановить, и она будет вот так вот ехать. Но это очень круто. Ну а если по коврику, она будет еще и возвращаться. Давайте покажу. Это по коврику. Видите, возвращается. Это же фокус просто. Но она уехала, в камере не было видно. Давайте вот так вот буду. Вот так вот она ездит по коврику. А вот так вот она ездит по полу. Вон куда укатилась. Ну и вот так вот она ездит. Сейчас уехала. И давайте я вам покажу, как она ездит. Потому что это очень крутая штука. И наверняка все хотят такую сделать. Ну и я вам покажу сегодня, как ее сделать. Если у вас нет таких деталек, не пишите в комментариях то, что таких деталек не бывает. У меня все есть. И я вас не обманываю, это реально. Она так вот ездит. По коврику возвращается, а на полу уезжали как-нибудь так вот делать на месте, уезжает. Ну и давайте покажу, как ее сделать. Нам нужны вот такие вот детальки, чтобы здесь было две отступ. Вот, должна. Нам понадобятся такие... Либо 4, либо 5 деталек. Я не пожалел 5. Если у вас нет таких деталек, можете смело выключать видео. Но, пожалуйста, поставьте лайк. Я старался. И давайте покажу. Нам нужно... Взяли вот это вот. Прикрепляем вот эти вот 2 на вот эти вот 2. Вот так вот. И здесь тоже приклеиваем. Также делаем с этой. Прикрепляем... Вот эти вот 2 вот сюда и проглаживаем. Вот эти вот 2 сюда. Сейчас. О, щелкнуло. И вот эти вот 2 вот сюда. Вот сюда. Проглаживаем. Все, готово. Ой. Если она, кстати, будет об стенку стукаться, она будет возвращаться. Ну что ж, ребята, вот такая вот сегодня была крутая штука. И вот эту вот монетку я положил для красоты. Так что не спрашивайте, для чего она. Ну ладно, ребята, пока. Спасибо за просмотр видео. Пока-пока.